сразу стартовый респ, естественно, мы не увидели. Да кто смотрит на эти стартовые респы? Вообще не понимаю. Базука. Базука за кулером. М13, мне кажется. Минус в партии, очень хорошо. Так, у меня у самого курай 7. Отлично. Отличный фраг, прекрасно вообще. И смотрите, как у нас делает кулер. Ну, сразу же повел в счете, забирает желтый и шахтецкий, и все здесь. И вот эти аптечки очень ему помогают. Теперь 100 на 150. Смотрите, опаньки, а Мигу сейчас может пропустить из-за этого мула. Немножко не понял, где находится кулер, вернее, где находится спарти кулер. Да ладно, неужели заберет? Забрал. Посранец. Сейчас минус будет наверняка. Много плазмы сейчас схавал кулер. Нужно быть аккуратным. Мега, ой, не мега, плазма стала совершенно, кстати, по-другому стрелять относительно квейка. Я помню, квейки оно так, ну, как-то было схоже с шафтом. А здесь это такое оружие больше на опережение, как такое, ближе к базуке, наверное. Именно по стилю стрельбы, как что-то такое. Надо еще будет в этом вопросе разобраться, конечно. Мега здесь за кулером. Красный он тоже не отдает. Вообще не надо... Не надамажил здесь спарти, через ВХ пытался стрелять кулер, это троллинг, кто не подумал. И минус спарти здесь будет. Да ладно, да ладно. Даже не стал в обратную сторону здесь прыгать кулер, просто ушел на желтый. На спокойнике. Ой, много надамажил тут спарти. Мигу забирает здесь кулер. И смотрите, значит, совсем плохие дела сейчас в спарте. Ой-ой, сзади он. Ух, боже мой, что это было вообще? Вот это, конечно, был прикол. Минус. Минус очередной от кулера. 4-0 он уже ведет. Это вторая карта. Забирает спарти мега хелс, но минус здесь будет от кулера. Ну совсем он там лоу. Хорош. Здесь просто плюс в том, что вот интересный мувинг. Обращайте внимание на то, как именно движется кулер во время боя. Это на самом деле очень большое, такое большая доля успеха в любых ваших твоих сражениях. Нужно просто быть спокойнее. Спокойнее и более аккуратно во время боя, не торопиться. Это самая, наверное, распространенная вообще ошибка, это именно торопиться во время именно боя. То есть не в том моменте, когда вы перемещаетесь по карте, чтобы забрать там желтый или красный или еще что-то, а именно во время перестрелки. Не смутило вообще ничто кулера, просто человек железной ягоды просто. Так вот, удивительное сравнение, но очень оно, мне кажется, подходит, потому что совершенно хладнокровно действует кулер. Минус спарти сейчас здесь будет. Хорошо принимал на шафт, я думал, правда, по ХЛС будет больше останется. И сейчас нужно... Смотрите, кулер принимает решение вообще не идти на красный. Сразу отмывался на желтый, прочекал этот выход. Извините, мне там писали. Потом. Five minutes.
Нужно было отойти, возвращаясь к вам. Ничего, собственно, интересного не произошло. 13.3 кулер ведет. Все в порядке, уже опять начинает поясничать, как Сайфер. Квейк из Брок. Квейк сломался. Он в парте. Ну, сложно сказать. Сложно сказать. Перестал уже бороться с парте. Пытается тут скиллу врубить, но такое не кафетка. Хотел перебросить. Уже прикалывается. Это хорошо. Пока все идет к тому, чтобы... Правильно, чтобы кулер сыграл с Эвилом. Ну, пока рано об этом говорить. Пока только 2-0.
GG. Минус.